Всем привет. Потек у меня аквариум. Короче, заклеил его и буду перезапускать. Ну, точнее, запускать на земле. Ни разу не запускал на земле. Попробую, что из этого выйдет. Купил вот такой грунт универсальный. Не знаю, наверное, надеюсь, подойдет. Засыпал землю в аквариум и залил водой. Водой из другого аквариума слил из фильтра внешнего. С его микрофлорой. Ну, засыпал и получилось где-то сантиметров 6 земли. И оставлю на ночь, чтобы вышел воздух. Весь из земли. После буду засыпать грунт поверх. Итак, прошло сутки, как я засыпал грунт поверх земли сантиметра 2-3 где-то получилось. И воду я уже сменил один раз, заливал примерно столько же, 20, где-то 20% от аквариума. И она помутнела, и я заменил на новую сегодня и закинул растение, поставил воздух, подожду так еще где-то сутки, после чего залью полностью аквариум водой и буду наблюдать. Ну и из тестов ничего нету. Есть только вот такой ТДС-метр, измеряет соли в воде. Буду им смотреть. Так, вода 219 показывает единиц. Буду смотреть за изменением. Повышаться будет или нет. На этом все. Всем пока.